магазин черной полосочки. Как раз вовремя у меня выскочила какая-то штучка на носу. Вот, собственно, не только на носу, но и всему лицу. Вот. Но, увы, это питание и экология. Вот. А сегодня, как говорила, затестим вот компанию Эвелин. И если правильно назвать название вот этих полосок, то это угольная процедура очищения пор. Значит, что нам нужно будет? Очистить наш носик от всякого мусора. Чистим сперва эту область. Так как я сейчас не имею ничего под рукой, то это будет, наверное, мыло. А вообще лучше, конечно, там, не знаю, мини-пилинг устроить. То есть очистить как надо. Но, увы, сегодня делаем лайтово, то есть сильно-сильно экономно и бюджетно. Дальше. А в этой пачке всего 3 штуки. Вот. Если честно, я не знаю, почему 3, а не 5, 7, 10. Обычно вообще курс это 10. Итак, наша задача отклеить и, ну, от этой прозрачной штучки и приклеить липкой стороной на нос. Получается вот так. Ну, ничего. Покрывает весь нос. Вот такая вот у меня красота. Надеюсь, поможет и уберет черные точки. Обычно я использую японский бренд и корейский по очищению. Последний раз была Корея. Вот. И они очень хорошо очищают носик. Даже освежают. Посмотрим, что сделает Эвелин через пару секунд. А кожа, может быть, немножечко мягкой стала, но она липкая до сих пор. Посмотрим, что на этой штуке. А на этой штуке, блин, ни хрена и не осталось. А, нет! Понятно, почему здесь разводы. Часть этого средства осталась на моей коже, полюбас. Так, ну, я вижу, кстати говоря, что всякая фигня, что была у меня в порах, вся грязь, она действительно осталась на этой ленте. Вот эти мини-крапинки, если бы мой телефон был хорошего качества, я бы увеличила зум и вам показала бы. А так, невооруженным взглядом видно, что действительно это... Наклейка работает на носу. Интересно будет сравнить его с средствами, которые пенки. Надо будет потом глянуть и очистить кожу, а так еще изучить, как обрабатывают действительно после вот этой клейкой ленты нос. Вот. Ну, если честно, немножко побаливает. Больновато. Отдирать эту ленту. Но результат, он меня радует, поэтому... Ребят, если вы хотите избавиться от черных точек, то берите Эвелин, она недорогая. Вот так выглядит снаружи и так внутри. И 3 полосок действительно хватит. То есть, если там кто-то, ну, что это мало, ну, блин, ребят, ну, это стоит дешево. Это эконом-класс, и как бы, что вы хотели. Зато эффективно. За 1 раз, за 3 недели, в течение месяца. Реально работает, реально можно экономить. Действительно. Это стоит того. Так что присмотритесь. Мой отзыв, надеюсь, будет вам полезен.